Приветствую каждого зрителя на своем канале, меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Все, что я делаю, приносит мне только счастье и удовольствие. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что обязательно каждый ваш шаг будет приносить вам только счастье. Ну а теперь уникальное послание на 5 марта. Прозрачное сознание. В момент, когда мы наконец успокаиваемся, затихает поток негативных мыслей, и взгляд на происходящее становится четче, мы достигаем состояния чистейшего прозрачного сознания. Ясность, в свою очередь, дает возможность посмотреть на себя, людей и мир по другим углам. Увидеть моменты, которые были скрыты за туманом нашего восприятия. В момент прозрения и чистоты сознания легко увидеть причинно-следственную связь, понять, что именно происходит вокруг и с нами. Чтобы достичь этого состояния, требуется физическое и ментальное очищение. Многие начинают этот путь с уборки дома, освобождения пространства. Такой ритуал не только полезен, но и приятен. После генеральной уборки появляется то самое ощущение ясности. Влиять на чистоту сознания могут тяжелые отношения либо мыслительные перегрузки негатива. Ангелы призывают вас потратить силы и время на ментальное и физическое очищение, потому что в конечном итоге чистое сознание оправдывает любые затраты. И на протяжении всего дня обязательно проговариваем такие слова. Я уверена в своих способностях и знаю, что могу достичь большой вершины. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, как вы добьетесь многого.